Дальше у нас еще куча времени в часопусе. Компании никуда не уходят. То есть тем, с кем вы хотите пообщаться, вы можете найти индивидуально и пообщаться. Если кто-то из компании кого-то хочет найти, тоже, пожалуйста, у нас есть куча комнат. Может, есть еще какие-то вопросы ко мне или организационные, можно спросить сейчас. Или компаниям общие, типа там, СПД или СПЖ. Да, и на сайте можно будет тоже написать кому-то сообщение. Я об этом говорил. Да. Да на следующий раз включим. Вы работали, идите сначала. Мне было как-то неловко задавать этот вопрос вначале, но я все-таки спрошу. Кто из вас в течение вот ближайших там 2-4 недель, месяца готов выйти на новую работу? О! Все, не так плохо. А у кого из вас вот нет сейчас работы, прям без работы? У меня. Ползал. Хорошо. То есть, смотрите, просто, ребят, ну это как бы первый ивент, да, такого плана. Я не знаю, что из этого получится, какая будет эффективность, поэтому там второй будет или не будет, и так далее, неизвестно, да. То есть цель вас познакомить, и ну, результатом знакомства должен быть, наверное, рекрут, ну, то есть найм, да, то есть мы не делаем, то есть это, есть сейчас куча всегда проходит мероприятий, на котором есть как бы спонсоры, которые как бы что-то спонсируют, но цель всех этих спонсоров это все равно найм, да, мы сказали, у нас нет мероприятия, вот все наши мероприятия это найм, и вокруг этого, то есть если вам интересна работа и компания, вы приходите, нет, не приходите. Какая будет результативность, ну, не знаю, в ближайшую неделю-две. Все, спасибо, пожалуйста, рассредоточивайтесь.